буква Б. Буква должна быть где-то на берегу, рассуждала Нюша, выбравшись из дома Лосяша. Она рассматривала море в бинокль. А я приготовил тебе бусы в подарок, пробормотал Бараш. Услышав про бусы, Нюша быстро обернулась, не отрывая бинокль от глаз. «Бо!» — вдруг закричала она. «Бо! Большое чудовище!» Бараш от неожиданности упал с барабана на звукофон. Щелк! «Нюша, опусти бинокль! Это всего лишь маленькая бабочка!» — проблеял он. «Зато у меня теперь два подарка! Бусы и буква Б!» Умница, ты просто молодец. Посмотрим, как ты справишься с новым заданием. Бутерброд. Банан. Бусы. Будильник. Барабан. Бабочка. Бинокль. Блокнот. Рыба. Бревно. Бочка. Молодец! Как много слов ты нашел! Но нам пора. Давай посмотрим, что же будет дальше.